Тоже действительно негде жить, потому что могли купить вот 50 минут, а у нас очень много приезжих. Эти поправки, они всего лишь дают время женщине подумать в течение 7 дней о том, стоит ли брать ребенка, и все. То, что мы видим, я считаю, что это просто проявление откровенного, если не сатанизма, то откровенной ненависти. А согласие мужа, как вы к этому относитесь? Этой поправки нет. Согласие мужа не вошло в эти законопроекты. Просто нет. Это подмена термина. А вы знаете, сколько пособий сейчас на ребенка у нас? Сколько? Оно очень маленькое, его надо повышать. Ну, как и что вы делаете по этому поводу? Мы помогаем матерям нуждающимся. Понятно. Сами скидываемся, помогаем, проводим это через законодательное. А сюда вы тоже пришли помогать? Сюда мы пришли сказать, что мы не согласны с этим разумом. А это согласно не пить. У нас никаких вопросов. У нас нет политических требований. Не отнимайте солнце. Потому что вот это не политический лозунг. Это солнышко нарисовано и написано. Не отнимайте солнце у детей. Это не политический лозунг. Это общечеловеческий. Можно сказать, религиозный. Я вам хочу доказать, что вот это не нарушение 54-го закона. То, что у меня в руках. Понимаете? Раздачу листов, да? Нет, я не раздаю, видите, у меня нет листов. У меня есть ваш листов. Ну, я не раздавал, может, кто-нибудь раздавал, я не раздавал. Я не могу говорить, я на съемке. Не мешаем. Я имею право лишь сейчас. Да. Вы делаете провокацию. Не делаем провокацию. А вы за нас или за ним? Можно. Назовите тогда. На митинге, который я тут был, его участницы пытались вернуть нас в эпоху кровавого военного коммунизма 20-х годов, когда были легализованы аборты, и за эти 70 лет мы потеряли население нескольких России. Мы попытались этому воспрепятствовать, каким образом? Выразить свои отношения. Сделали вот такой вот листочек, напечатали на нем слова «Не отнимайте солнце у детей». Встали около ограждения. Я еще на этом листочке написал, что было бы важно поддержать поправки Мизулиной, которые были внесены в Госдуму и которые поддержал патриарх. И вообще наша церковь здесь в этих вопросах солидарна с этими инициативами. И депутата Драганова, который это тоже уже со своей стороны через отдельный закон внес. Ну и тут нас, меня и моих знакомых, совершенно неожиданно попросили проследовать дежурную часть, посадили в машину, отправили туда, взяли с нас объяснение, почему и что произошло. Я написал, что выразил свое несогласие с лозунгами, которые на этом митинге были провозглашены, и вот держал такую листовку. Но мне кажется, что, конечно, было бы замечательно, если бы и наша полиция тоже понимала, что если мы не остановим миллионы абортов в стране, то через 20 лет у нас будет китайско-финская граница, и полиции придется переучиваться на другой язык. С другой стороны, если все больше людей сможет и будет выражать свое несогласие вот с этой абортной индустрией, которая перемалывает кровавую слизь миллионов детей, будут писать, то и будут люди писать письма в адрес премьер-министра, президента, может быть, председателя Государственной Думы, то власть почувствует, она сейчас уже чувствует, потому что такие письма пишут, и это десятки тысяч, сотни тысяч писем, что эта проблема не периферийная, что она в центре внимания. И тогда нам не придется вообще участвовать в этих акциях. В общем-то, я думаю, поправки пройдут, и Россия переживет и 21 век, и 22. Ну, если говорить о тех, кто выступал на этом митинге, то это, конечно, за ними стоит абортная индустрия, продажа тканей плода, так называемая фетальная терапия. И стоят люди, которым важно делать деньги или бизнес на суррогатном материнстве, на слезах матерей и детей.
И, конечно, очень печально, что наше общество не реагирует на подобные вызовы. Вот. Если же говорить о нашей полиции, то мне, конечно, удивило очень резкое, в общем, достаточно, на мой взгляд, и непрофессиональное отношение к нам, потому что взяли девушку, которая вообще никакого отношения, по большому счету, не имела, она проходила мимо, добавили к нам, вот, ко мне, к моему коллеге, чтобы была группа из трех человек. Ну, хорошо, что в отделении, в дежурной части разобрались, и, в общем, нас отпустили, так сказать. И даже мы, так сказать, не попали ни под какие санкции. Но я думаю, что было бы желательно, если бы все-таки был немножко другой рефлекс у наших правоохранителей, не наказывать людей, которые пытаются отстоять жизнь детей, а, ну, по крайней мере, как-то задуматься над этим. И, может быть, в следующий раз уже по-другому выстроить отношения и с митингующими, и с теми, кто выражает несогласие с их лозунгами.